Как заработать миллион долларов, евро? Наверное, один из наиболее частых вообще вопросов у людей в жизни. И одно из наиболее частых желаний, когда спрашивают, что ты хочешь? Мне бы миллион заработать. Обычно люди, которые так говорят, никогда его не зарабатывают. Такое несправедливость, правда? На самом деле все справедливо. Вообще цель заработать деньги – это классная цель. Но из моих наблюдений, люди, которые ставят цель исключительно на деньги, они, как правило, быстро выгорают, устают и не понимают, потому что все время калькулируют свою зарплату или какую-то еще другую работу и не понимают, как это заработать. Для того, чтобы зарабатывать большие деньги, в идеале иметь классную цель, которая тебя будет драйвить. То есть, когда ты думаешь не про деньги, а про что-то, что ты хочешь создать. Про то, что ты хочешь построить новый город, новый ресторан, новый отель или сделать чью-то жизнь лучше с помощью каких-то своих суперспособностей, организовать какую-то команду или ты умеешь что-то классно делать. В общем, одержимость должна быть всегда идеей, а не деньгами. И люди, как правило, которые одержимы только деньгами, ну, наверное, неплохой вариант наркобароны и что-то такое, но я мало понимаю в этой теме. А в остальном люди, одержимые деньгами, как правило, не зарабатывают их. Идеи – это то, что двигает миром. Можно сказать, Оль, ну а вот эти все супербогатые дяди, но они хотят двигать миром, у них идея такая. И это тоже классная идея. Я пока не супердядя, и вряд ли им стану, но супертети возможно. И мне кажется, что все-таки, если вы хотите зарабатывать большие деньги, не нужно думать о миллионе, потому что миллион уже на ментальном уровне какая-то цифра очень, мне кажется, заезженная. Во-вторых, миллион — это очень мало, вы будете удивлены, когда начнете зарабатывать, это я вам могу уже сказать. Это немного. И суть не в том, чтобы заработать какую-то сумму денег и что? И что с ней делать? Если вы начнете смотреть на цены, вы увидите, что миллион быстро закончится. Суть в том, чтобы создать источник. А источник создается там, где есть плодородная почва, плодородное место. Так вот, задача не заработать миллион, а задача стать этим источником, найти то, в чем вы будете плодородить, то, в чем вы будете расцветать, то, с помощью чего вы сможете менять жизни других людей, через что угодно. И ради этого вам будет хотеться просыпаться, ради этого вам будет хотеться пережить какой-то сложный момент. А деньги сами по себе – это просто бумажки. И есть такой секрет, что когда мы хотим чего-то достичь, нам нужно думать о своей цели, а не о деньгах. Потому что деньги сами по себе пустые. Деньги приобретают энергию и форму только тогда, когда мы думаем, для чего они нам нужны. Поэтому, мечтая о новом автомобиле или платье, шансов то, что вы притянете в свою жизнь необходимые ситуации, обстоятельства для того, чтобы это получить, гораздо больше, чем когда вы мечтаете о какой-то сухой цифре, которая ровным счетом для вас ничего не представляет, кроме цифр. Поэтому избавьтесь от идеи, как получить миллион, найдите идею, ради чего вы хотите просыпаться по утрам. Как-то так.